Анонс и точки до выхода 340-й серии сериала «Кровавые цветы». 340-я серия сериала выйдет в эфир 17 июня. Ранее в сериале мы увидели, как Дилан старается уговорить мужа не становиться убийцей. Но все равно Баран не слушает ее слов. Он уже принял решение и не собирается от него отказываться. На почве этого у них происходит ссора. Дилан узнает о том, что Кудрец собирается покинуть особняк, и рассказывает об этом Барану. Кажется, что отношения Барана и Дилан начинают налаживаться. Однако, когда Баран собирается в поездку, чтобы убить Хасана, они снова начинают перепалку. Дилан просит мужа пообещать не делать этого, но Баран прямо говорит, что просто не может дать ей такого обещания. Дилан эти слова очень ранен. Баран приезжает в нужный дом. Только он врывается в него, то собирается выстрелить, но что-то его останавливает. 340-я серия сериала будет в эфир 17 июня. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.